Всем доброго дня. Вот такая вот красота к нам приехала. Действительно красота, потому что все с плодами, насколько вот я вижу, на все цитрусовые смотрю, все с плодами. Этот питомник интересен еще и тем, что у него легкий субстрат и легкий грунт, очень легкий. Прививают они в основном сейчас в последнее время все на волкомериану, но есть некоторые саженцы, которые привиты на макрофилу. Но основная часть — это все-таки волкомериана, поэтому смотрите, кому это интересно, кому нет. Все равно в любом случае волкомериана прекрасно растет в квартире. Вот она, наша мимозка, и очень-очень много цитрусов. Машина приехала ночью, мы специально распаковали сейчас, когда поздно, чтобы завтра утром была возможность людей, кто проживает в Санкт-Петербурге, приехать, посмотреть, потрогать, возможно, вкусить такую вот красоту. Приехало растений очень много, приехали в основном все только цитрусы. Действительно красота, практически все с плодами, если кто-то и без плодов, то в состоянии цветения. Вот такие вот классные. Приехала кукле в 20-м горшке с плодами, вот такая вот шикарная, за 3600, высокие, хорошие кустики. Шикарные кумкваты обовата, просто шикарные, они все усыпаны плодами, просто вот, ну... Действительно, красота неописуемая. Кумкваты тонда. Это кумкват японика. Тоже все с плодами. Тоже очень все классненькие. Вот такие вот. Очень-очень вкусненькие. Далее. Лимоны липа. Цветут. Вот две штучки. Они цветущие. В состоянии цветения. Лаймы. Кстати, вот лимон, очень необычный лимон, Данила. Данила лимон. Такой вот, видите, очень интересный, необычный. Очень классный лимон. Такого не было, описания найти нигде пока не могу, что это за лимон. Но очень интересный лимон. Такой вот бирочкой. Далее лимоны Адама, Карубару, апельсин. Апельсины. Разные лимоны. Видите, вот такая вот прелесть, вот такая красота. Опять же покажу вам обовато, все усыпаны плодами. Возможно, очень плохо видно, потому что все-таки ночь, как бы вот тот свет, который у нас присутствует, все равно плохо видно, не хватает. Вот они классненькие. То, что сейчас я вам покажу, это мандарины в 20-м горшке. Мандарины, клементины. Вот такие вот. Очень хорошенькие. В маленьких горшках. Горшок у нас 17-й получается. Вот такие вот классненькие товарищи разные. Тоже практически все с плодами. Далее переходим. У нас здесь лаймкваты, пурша. Все-все идут с плодами. Тоже тут лимоны. Апельсин, апельсин тарока без плодов, такие в 20-м горшке, очень хорошенькие. Мандарины есть с мандаринами в 20-м горшке. Также кумкват маргарита, рангпур сладкий, который весь усыпан молодыми завязями, лимоны, такие вот огромные, большие, очень-очень красивые. Это у нас лунарио, такие вот лимончики,
Е, кумкват Норман. Это кумкват, который Маргарита без косточек. Тоже весь усыпан. Давно мы его искали, вот мы его нашли. Заказывали мы гигант, но гигант нам не положили. В инвойсе посчитали, а в реальности не дали. Далее апельсин сангвинелла, папуана микроцитрус, клементины, мандарин Клеопатра. Такой вот мандарин Клеопатра. Мимоза. Очаровательная мимоза. Кто хотел, в наличии. Далее в 19 горшках, вот там дальше еще не распаковали. Апельсины, мандарины и все прочее. Лимоны. Кто-то с плодами, кто-то вот в состоянии цветения. Чинота. Каналикулята в небольшом горшке. Клементины. Далее лимоны карубару. Карубару с плодами в 20-м горшке. И лимоны капучата. Тоже с плодами. Очень шикарненькие, очень хорошенькие. Опять же, вот перейду в небольших горшках, все разные. Опять же, повторюсь, кто-то с плодами, кто-то без. Такая вот прелесть. Вот мандарины. Апельсины. Это в небольших горшках, в 19-х горшках. Сиракузана. В регатные апельсины, лимоны. Интересный приехал лимон капучио. Необычный. Тоже про него вот ничего не написано. Будем искать. Какой-то интересный. Мы думали, что это лумия. Нет, это не лумия. Это действительно очень интересный, классненький лимон необычный. Причем ремонтантный, усыпанный. Очень-очень даже хорошенький. Сиракузана. Лимоны суперские, классные. В общем, вот такая вот красота. Пока вот в таком у нас состоянии, еще не до конца мы это все красиво расставили, чтобы было понятно, но тем не менее вот эта прелесть приехала. Постараемся завтра выставить подробный такой ролик, чтобы было можно увидеть получше. И плюс ко всему мы планируем завтра в Инстаграме в прямом эфире выйти. Вы можете задать свои вопросы, мы ответим. И потом запись выложим во всех соцсетях, в наших группах. Вот такая вот красота. Повторю, что растений много. Очень много, кстати, вот кафирский лайм, кафирский лайм. Это сладкий рангфур, который в небольших горшках. Вот такая прелесть и красота. Плюс еще у нас остатки с предыдущего привоза, который был 18 и 19 января. Тоже в хорошем состоянии. Спрашивайте, пишите, задавайте вопросы. В ближайшее время также планируем еще привозить много интересного и вкусного. Вот такая вот классная мимоза. Аромат бесподобный. Всем хорошего дня, доброго вечера, утра, у кого какое время суток. Мы всегда очень рады. Цитрус Микс всегда с вами. Всех благ!